Доброе время суток, уважаемые моделисты! Представляем вашему вниманию обзор содержимого коробки данной модели фирмы «Звезда». Самолет российский фронтовой, разведчик Су-24 модификации МР. Это перевыпуск древней модели, той же фирмы «Звезда», и масштаб ее 72-1 к 72. Давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Итак, модель самолета Су-24МР. Это у нас самолет-разведчик фирмы «Звезда», 72-й масштаб, перевыпуск старой модели. Но зато в новой коробке. И сейчас мы с вами посмотрим, что находится внутри. Размер, длина модели в собранном виде составит 32,5 сантиметра. Количество деталей в наборе 112 штук. Ледники датированы 2006 годом. Но по качеству модель выглядит довольно-таки неплохо, без какого-либо облоя. Толкатель находится на невидимых частях. Шасси выполнен двумя половинами, что не очень хорошо, в принципе, но можно легко исправить. Вообще, Су-24 это изделие Т-6. По квалификации НАТО ФЭНСЭ, фехтовальщик, советский российский тактический фронтовой бомбардировщик, имеет крыло изменяемой стреловидности. Вот вы это можно тоже изобразить на собранной модели. Предназначен данный самолет для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях. Днем и даже ночью. На малых высотах. С прицельным поражением наземных и надводных целей. Второй пакет мы открываем. Второй пакет мы рассматриваем. Фотографии модели будут в конце данного ролика. Вы можете будет посмотреть детали ледники более близко и более лучше их рассмотреть. Ледник с прозрачными деталями. И декаль, все это есть в наборе. Естественно. Декаль тоже дана на несколько вариантов. Какие варианты, мы посмотрим в инструкции, все как обычно. Всего было выпущено 130 модификаций МР. Вот у нас инструкция. Вот, в виде каких-то листочков сделано. На первом листке вы можете наблюдать историю создания самолета на двух языках. Здесь идет инструкция черно-белая, среднее качество, честно говоря. Ну, старая инструкция, видно, да. Два варианта окраса нам предлагает фирма «Звезда». Это у нас 47-й гвардейский Борисовский разведывательный авиационный полк. Причем, я так понимаю, что оба варианта. Бортовые номера только разные. Краски, которые необходимо использовать при окрасе самолета, даны под фирму «Звезда» или фирму «Хамбрал». И вот на отдельной странице здесь мы видим содержимое набора и сборка. И тоже можно собрать два варианта, выбрать два варианта самолета, модели вернее. Вот такая модель перевыпущенная со «Звездой», тоже достаточно интересная, ну кому как. Артикул данной модели 7268, фирма «Звезда», 72-й масштаб. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте itermodelist.ru. А я с вами прощаюсь ненадолго, увидимся, обязательно услышимся. Пока-пока.